Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. С нового года прошло уже 2 недели, как же быстро летит время. А Ripple за это время уже успел порадовать. Совсем недавно Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, заявил о том, что XRP будет использоваться в качестве источника ликвидности в 2019 году. Давайте же прочитаем данную статью, а затем я выскажу свои мысли по этому поводу. Ripple – компания, нацеленная на изменение индустрии денежных переводов и банковских сектора, объявила, что они сотрудничают более чем с 200 компаниями, являющимися банками или иными финансовыми институтами. В компании Ripple в течение всего 2018 года бурно работали над развитием. И в своем последнем сообщении в блоге они объявили о новых партнерских отношениях с 13 финансовыми институтами, а именно Euro Exim Bank, SendFriend, TransPayGo, ConnectPay, GMT и другие, я не буду перечислять их всех, суть в том, что все это разные финансовые компании. В блоге также отмечено, что некоторые из этих компаний, а именно JNFX, SendFriend, TransPayGo, FTCS и Euro Exim Bank, будут использовать цифровой токен XRP для увеличения ликвидности, когда отправка платежей происходит от имени их клиентов. При этом сама транзакция будет выполняться в местной валюте. Для банков и финансовых учреждений, которые сомневаются в необходимости использования такого цифрового актива, как XRP, Ripple предоставит им свои технологии и современные API для произведения быстрых расчетов и увеличения прозрачности платежей. Глава Ripple отмечает, в 2018 году к RippleNet присоединилось около 100 финансовых учреждений. Сейчас мы подписываем 2 или 3 новых клиентов в неделю. В прошлом году мы определили, что количество клиентов, отправляющих платежи с использованием нашего продукта, выросло на 350%. И мы видим, как все больше клиентов уходят от привычных им методов и используют XRP при отправке и получении платежей. Наша цель – это дойти до того уровня, когда наши партнеры смогут предоставлять своим клиентам возможность отправлять быстрые, дешевые трансграничные платежи, где бы они ни находились. Руководство Ripple было очень довольно этим достижением. Это можно увидеть в одном из их твитов. Или твитов. Кстати, ребята, если хотите купить или продать криптовалюту, почему бы не использовать мой мониторинг обменников exchangesumo.com. Широкий выбор криптовалют и валют, выгодные курсы и кэшбэк. Все это будет по ссылке в описании. Брэд Гарлингхаус пишет в своем твиттере следующее. В прошлом году некоторые известные критики утверждали, что финансовые учреждения никогда не будут использовать цифровой актив при совершении платежей. Я отвечал им на это тем, что в случае, если я предложу им более комфортные возможности для использования и низкие затраты на операции, они будут его использовать, и они уже начали это делать. Дили Прао, это заведующий в Ripple инфраструктурой и инновациями, пишет: 200 партнеров – это удивительный результат. И следующий твит. Ничто так не вдохновляет команду Ripple, как увеличение количества клиентов, создающих и расширяющих свой бизнес с использованием продуктов Ripple. Я в восторге, ожидаю еще большего развития в 2019 году. Итак, ребята, что я могу сказать? Все, о чем Ripple когда-то мечтал, уже начинает воплощаться в жизнь. Нет никакого смысла гадать, какой будет цена XRP через месяц. Меня не интересует его цена в краткосрочной перспективе. Все мое внимание сосредоточено на фундаментальных основах. Мы видим, как все больше финансовых компаний начинают сотрудничать с Ripple, и они, хоть и медленно, но проводят интеграцию XRP в собственную экосистему. Для XRP это служит поддержанием ликвидности, а компании таким образом производят платежи. В том году многие считали, что все эти партнерства не имеют никакого смысла, так как все они не подразумевали использование самого токена XRP. Очень многие об этом тогда говорили, и я отвечал им, что они совсем не разбираются в том, как создается бизнес. Бизнес не создается за одну секунду и из ниоткуда. Для начала вполне достаточно и того, что компании будут использовать протоколы Ripple и какое-то другое программное обеспечение. Впоследствии это приведет к тому, что компании будут использовать XRP. Все дело в том, что все,
чего хотят все компании, это снижение затрат. Они хотят снизить издержки для своих клиентов и тем самым увеличивать свою прибыль. Они будут готовы сделать это любым способом. И XRP поможет им в достижении этой цели путем оптимизации бизнес-процессов и сокращения затрат. Я думаю, что XRP может стать революцией в мире финтеха в течение следующих нескольких лет. А люди, критикующие Ripple в 2018 году, заберут свои слова обратно. А что вы думаете по этому поводу? Как вы смотрите на саму криптовалюту Ripple? Кто-то говорит, что это не криптовалюта вовсе. Пишите свои мысли в комментариях. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого.